Всем привет! Это Galaxy S9 и S9 Plus от компании Samsung. Флагманы продуктовой линейки и одни из самых мощных смартфонов 2018 года. Серия S всегда была верхом технологий от южнокорейского производителя. Новейшие процессоры, камеры, экраны в первую очередь достаются S-кам. Не стало исключением и двойка Galaxy S9 и S9 Plus 2018 года. Начнем с внешнего вида. На первый взгляд может показаться, что он полностью повторяет внешность прошлогодней модели S8. Однако, как заявляет в компании Samsung, этот телефон создан заново. Основу корпуса составляет алюминий 7000 серии. Это очень прочный материал, который применяют в том числе в аэрокосмической промышленности. Смартфон несгибаемый и очень крепкий. Передняя и задняя панели из последнего поколения стекла Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Границы дисплея больше не видны, экран стал по-настоящему монолитным, выглядит красиво. Экраны уже привычные и удобные диагонали, 5,8 и 6,2 дюйма. Цветопередача стала лучше, а яркость выше, чем в прошлогоднем поколении. Матрица Super AMOLED с настоящим черным цветом и поддержкой HDR. Смотреть видео на S9 одно удовольствие. Разрешение экрана Quad HD Plus 2960 на 1440 пикселей. Великолепная четкость картинки, однако есть возможность снизить разрешение до Full HD Plus. Это прибавит 10-15% времени автономной работы. За качественный звук отвечают стереодинамики с технологией Dolby Atmos. Звучит новый Galaxy, впечатляюще. За скорость работы отвечает новейший 8-ядерный процессор производства Samsung Exynos 9810. Процессор работает феноменально быстро. Судя по первым тестам, он не только на 25% быстрее Snapdragon 835, но и энергоэффективнее. Уверенная работа от одного заряда с утра и до позднего вечера. К примеру, видео смартфоны могут крутить до 15 часов. S9 и S9 Plus отличаются не только размерами, но и объемом памяти. В девятке 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта внутренней памяти. В 9 Plus 6 и 64 гигабайта соответственно. В наличии поддержка карт памяти до 400 гигабайт. Также отличается емкость встроенной батареи. 3000 мАч в девятке и 3500 мАч в 9+. По времени автономной работы модели практически идентичны. В наличии поддержка быстрой зарядки, позволяет зарядить аппарат за 70 и 80 минут соответственно. Беспроводная зарядка может быть как быстрой, так и обычной. А теперь о самом главном. Камера в новых Galaxy S стала по-настоящему инновационной. Оба смартфона имеют камеры в 12 мегапикселей. В наличии оптическая стабилизация. Диафрагма изменяется не программно, а механически, как в полноценных фотоаппаратах, от f1.5 до f2.4. В S9 Plus второй модуль камеры с оптическим приближением. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию. Новый алгоритм фокусировки молниеносный, а новая система обработки позволяет получать по-настоящему отличные фотографии в любых условиях. Кроме этого, новая камера умеет снимать супер замедленное видео – 960 кадров в секунду, и это по-настоящему круто. Работает этот режим очень просто. Вы выбираете место в кадре, которое хотите запечатлеть, и смартфон самостоятельно включает замедленную съемку, как только начнется движение. Это очень удобно, и вы точно не пропустите важный момент. Кроме этого, смартфон накладывает подходящую музыку, и можно сразу поделиться с друзьями своим шедевром. Из других особенностей. Сканер отпечатка пальца перенесли под камеру, и теперь он по-настоящему удобен. Добавили забавные AR-эмоджи. Можно создать своего виртуального двойника, записать обращение и отправить друзьям, используя любой мессенджер. Обновили разблокировку смартфона по лицу и радужке глаза. Работает сразу две технологии. При хорошем освещении разблокируется мгновенно. В полной темноте около 1 секунды. Поддержка Samsung Pay позволяет оплачивать в абсолютно любом терминале. Кроме этого, обновили ассистент Bixby, однако на 100% он станет функционален с декабря. Водозащита по стандарту IP68. Как заявляет производитель, это позволяет использовать смартфон под дождем. Доработали возможность работы с двумя приложениями на одном экране. Теперь можно создавать пары приложений и запускать их одним касанием. Удобно. Комплект поставки традиционно для S-серии очень богатый. Быстрое зарядное устройство, кабель USB, фирменная гарнитура AKG, переходник на микро-USB и OTG-переходник для подключения внешних устройств, скрепка для извлечения сим-карты, инструкция. Новой моделью компания Samsung устанавливает стандарт 2018 года. Инновационная камера, мощнейший процессор, отличный экран, премиальные материалы корпуса, долгое время автономной работы. Вот основные козыри новой флагманской линейки Galaxy.